Образы Санта-Муэрты, современных киногероев и не только. Выпускники Одесской киношколы представили свои лучшие работы сразу в нескольких направлениях. Пели, читали монологи и отрывки из художественных фильмов, а также показывали навыки гримера. У нас выпускаются сегодня ученики актерского курса, ученики гримерного курса, ученики курса тележурналистика и ученики курса вокала. Очень много, множество различных образов. 4-5 образов гримерного курса, 4-5 монологов, да, и примерно 4 вокальные песни. Мы вот сегодня сотрудничаем с известным украинским дизайнером Русланом Хвастовым. Он предоставил нам костюмы. Девочки готовили гримы сами, прически сами. Мы выбирали максимально актуальные темы, которые сейчас задевают все модные показы. В дальнейшем выпускники будут участвовать в создании телевизионного продукта, кинофильмов, рекламных роликов и клипов. Многие уже успели попрактиковаться. Обучение проходило в 2 этапа. 3 месяца длилось. Значит, первый этап – это была теория. Мы 2 месяца ходили, нам преподаватель рассказывал, как писать сюжеты, что нужно делать. А третий месяц, это, конечно, было самое интересное, мы практиковались на 7-м телеканале.